Привет! Я знаю, почему ты такой радостный и почему тебя переполняют хорошие и радостные эмоции. Потому что СКА закончила серию с Локомотивом со счетом 4-0. Молодцы, ребята! СКА победа, СКА вперед! Ребята, сегодня обзор на четвертый матч немножко будет креативный. Строго не судите, немножко музыкальный. Но как смог, так и сделал. Понеслось! Может быть, мы обидели кого-то зря. Счет серии 4-0. Ярослав Локомотив, пока-пока. СКА опять впереди. Та-да-дам. Катится-катится шайба вдоль борта. Шипачев набирает ход. Мечется вратарь Локомотива взад-вперед. СКА все силами прет. Хафизулин, Белов, гол! Шайба влетает в тор ворот. Катится к финалу Запад и Восток. Кубок Гагарина СКА ждет. Зарипов заряжает свой заряд. Мазякин хочет забить гол. 2000-я шайба — это результат. Битва титанов впереди. Плавится, плавится под коньками лед. Это команда СКА на бой ледовый идет. На ледовой арене болельщики собираются и скандируют «Вперед!»